Культурный код Солигорска – это одновременно проект по исследованию городской среды, карты и портрет города, а также подготовка культурных навигаторов. Напомним, основной задачей проекта является знакомство жителей и гостей Солигорска с объектами культурного и природного наследия в удобной современной форме с помощью QR-кода. 25 учащихся Солигорского государственного колледжа выступили в роли культурных навигаторов и уже готовы провести горожан и гостей города по первому городскому пешеходному маршруту под названием «Древоград», используя QR-коды. Первоначальный наш первый пешеходный маршрут, который называется «Древоград». Протяженность его 2 километра и простирается от библиотечного ясеня, как нулевой отметки, до дендрария в районе Петколледжа. У нас запланирован еще один маршрут «Самая соль Солигорска», где мы будем рассказывать о культурных памятниках нашего города. И еще один маршрут под названием «По дороге к Васильковому храму», который будет простираться от универмага Грин до нашей церкви Чижевической. Последний тренинг первого маршрута проекта «Древоград» под названием «Профитайм. Мое знакомое дерево» состоялся совсем недавно. Речь шла о деревьях, произрастающих в центре Солигорска. На территории Белкали растет удивительная декоративная яблоня Низвицкого. Яблоня была названа в честь ботаника, любителя ботаники Владислава Ефимовича Низвицкого. Он во время путешествия по Китаю увидел декоративную яблоню. Он отправил ее семена своему другу Георгу Дику. Это было все в 20 веке. Он жил в Казахстане. Его друг был ученый биологии, он исследовал яблоню и внес ее в каталог растений и зарегистрировал ее под названием переоткрывателя яблоня Низвицкого. Ее плоды любят медведи, но самая броская, поэтому ее и прозвали медвежьей черемухой, но самая броская у этого дерева его кора. Блестящая, коричнево-красная. Листопад у этой лохматая, красавица в лохмотьях. Считается, что с цветением черемухи начинается настоящая весна. И каждый садовод мечтает иметь у себя на участке это дерево. Черемуха маака у нас хорошо прижилась. Ее ягоды горьковатые, лишь птицы ее расклевывают. В череде берез? В мини-дендрарии возле Белкали острый глаз наверняка заметил необычную. У нее гладкая кора, ярко-белая. Ветки растут практически перпендикулярно к стволу. Это береза бумажная или американская. Культурный код Солигорска. В конце марта в Центральной районной библиотеке началась подготовка будущих культурных навигаторов, а в начале мая состоялся их дебют и презентация пробного экологического маршрута «Древоград». На первом этапе мы устанавливали программу QR-кода. Мы на втором этапе, получается, изучали, какие деревья растут на территории колледжа. Мы рассказывали своей группе и другим оставшимся людям историю этого дерева. Я была удивлена, что были посажены... сирень была посажена. Сирень и некоторые деревья, которые очень долго растут на территории колледжа. У нас на территории колледжа растет дерево под названием катальпа. Оно удивительно тем, что у нее цветение очень похоже на цветок орхидеи. Также на территории нашего колледжа растет такое растение, как аморфа. Это кустарник. А чем оно интересно? Ну, оно южное растение, и оно может расти очень долго, просыпается после зимы также долго. Красивое растение. Делать мир вокруг себя добрее и человечнее – стремление не только сохранять, но и приумножать. Общая цель, которая объединяет библиотекарей, читателей, преподавателей и учащихся колледжа. Конечно, это надо. У нас дети поступают в 15-16 лет к нам учиться. И многие иногородние. Солигорск, в принципе, не очень богат своими достопримечательностями. И чтобы ребят как-то увлечь историей, поинтересоваться, где они живут, в каком мире, в каком городе. И через любовь к месту тому, где они живут, какая-то любовь к стране возникла. Вот мы вызываем таким образом интерес. Начали с самого простого. Вначале мы изучили растения, которые у нас есть, нашли редкие растения, как это ни странно, на территории колледжа есть весьма редкие растения.
Первый этап уникального проекта позади, и уже можно подводить итоги и строить планы на будущее. Вручение сертификатов состоялось в уютном дворике Центральной библиотеки. Слова благодарности были адресованы тем, кто поддерживал и поддерживает проект. Ведь результатом совместных усилий организаторов и участников станет сохранение исторической памяти, формирование настоящего и будущего культурного кода Солигорска. Солигорская Центральная библиотека – своеобразная нулевая верста каждого экскурсионного маршрута.